Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A52. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве добавить какое-то событие, мероприятие, цель или вообще что угодно в календарь. Для этого сперва нам нужно открыть сам календарь, поэтому мы ищем на нашем экране приложение «Календарь». Оно может быть в папке Google, может просто где-то лежать на экране, вот здесь вот он у меня, и нажимаем на него. Дальше в календаре в правом нижнем углу нажимаем на плюсик, чтобы создать новое мероприятие. Мы можем как-то назвать его, к примеру, день рождения. Ну вот у меня есть Максима, но я не хочу Максима. День рождения Владимира пусть будет, мне предлагают. Пусть остается, к примеру, день рождения длится весь день, поэтому я нажимаю весь день. Можем выбрать место, на каком Google аккаунте оно будет храниться, когда мы получим уведомление, будет ли повторяться данное событие, к примеру, каждый год. Также, как долго будет повторяться данное событие. И здесь бесконечно, возвращаемся, можем написать какое-то примечание, к примеру, какие-то данные, информацию, что угодно. Плюсом к этому можем кого-то пригласить с помощью почты к данному событию тоже и нажимаем «Сохранить». Теперь мы видим, что у нас появилось здесь день рождения Максима. Мы точно таким же образом можем удалить это событие и все последующие с календаря. На этом моменте мы будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.